Последнее десятилетие для Химок стало временем масштабной модернизации системы освещения. Проведены десятки линий электропередач, установлено 10 тысяч новых фонарных столбов. За большими цифрами стоит серьезная работа специалистов. О том, как Химки выходили в свет, рассказала начальник участка уличного освещения Объединенного городского хозяйства Татьяна Александрова. За 10 лет было построено порядка 10 тысяч новых светоточек. Как бы все больше и больше мы охватываем и дарим людям освещение. То есть темных пятен на карте городского округа Химки с каждым месяцем становится все меньше и меньше. Кроме установки новых опор освещения, в округе проводится постоянное обновление существующего оборудования. Сейчас на территории Химок нет ртутных ламп. Вместо них устанавливают энергосберегающие светодиоды. Уже заменено порядка 8 тысяч светоточек. Впереди еще большая работа. По планам до мая месяца 2024 года заменить еще 13 351 светоточка. Самое горячее время для специалистов наружного освещения – новогодние праздники. Зимой улицы, скверы и парки Химок напоминают сказочные декорации, но превратить сказку в быль – дело непростое. Мы начинаем готовить наши презентации к праздничному оформлению уже в августе месяце. То есть в осенний период у нас проходит закупка материала, сборка конструкций. И с начала декабря мы начинаем потихоньку монтаж и включаем уже 28-29 декабря, чтобы люди успели насладиться этой красотой. Самое сложное, наверное, это звездное небо, которое представлено у нас на Юбилейном проспекте, на Молодежной улице. То есть это ведется ночной монтаж всех перетяжек, чтобы не мешать работе наших коллегам, это троллейбусному парку. Но установка освещения помимо эстетического назначения имеет больше практическую составляющую. Это оборудование фонарями территории школ, детских садов и других социально значимых объектов. Среди своих профессиональных достижений начальница участка выделяет установку освещения на Вашутинском шоссе. Ранее этот участок дороги, по ее словам, был очень темным, но усилиями специалистов свет уверенно победил тьму. Моя работа – это радость. Я чувствую важность о том, что какое дело мы делаем. Я понимаю, насколько замечательна у нас профессия – дарить людям свет. За 15 лет работы Татьяна прошла большой путь – от диспетчера по заявкам до начальника участка уличного освещения. За профессионализм и преданность делу награждена почетной грамотой. В планах и дальше работать в штатном режиме, выполняя заявки жителей и делая наш город светлым.